19 июня мной был зафиксирован факт вывоза в деревню, около деревни Зерцалы, кучи мусора грузовиком. Наша доблестная прокуратура проводила проверку и указала, что это поломанный грузовик случайно вывез одну машину мусора. При этом ответом она указала, что весь мусор отсюда убранный. Ну вот, смотрите, жители деревни Зерцалы, как убирается у вас мусор. Он просто тупо закатывается рядом с деревней. И все. И вот так работают наши менты, прокуратура и все остальные. Лишь бы отписаться. Никто не выезжал, никому оно нафиг не надо. И задыхайтесь вы в гаре в мусоре. Так. Спасибо Кирикову, скажем.